Всем привет! Снова говорим о Марсе. Это настоящее изображение марсианской поверхности, сделанное марсоходом Curiosity. Много идет обсуждений о прошлом Марса. В этом видео сбалансированы цвета. Вы видите мелкие частицы и крупные частицы. И вот создается предположение, что эти породы могли образоваться в результате жизнедеятельности каких-то организмов в воде. Собственно, жизнь могла быть и другой, ведь и на планете Земля есть формы жизни, которые живут в агрессивной среде, при низких и высоких температурах. Тут вопрос в другом. Если и была жизнь на Марсе, то до каких пределов она могла развиться или так и остаться на уровне микробов? И, конечно же, мы все это в будущем обсудим. А пока наслаждайтесь видео. Очень хорошо видно полосы, и можно предположить, что на этом месте была вода. Берега все очень напоминает места на планете Земля. Причем, посмотрите, повыше есть светлые следы. Более нижние места имеют яркие отложения. Это говорит о том, что вода на этом уровне стояла очень долго. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться, будет много интересного. До встречи!